Здравствуйте всем! Это Андрей и Юра. Я. Сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Все? Идеально. Идеально? Идеально. Зомби. Он не говорит, потому что в воде стоит. Да, это я знаю. А этот лох, как вы видите. Бьем его. Все, надо выживать. Надо рубить дерево. Дерево. Главное. А погоди, мы что, на острове? Да. Так вот я тебе и говорю, что мир не очень. Давай. Да, с лодки сделаем, доплывем такой-нибудь. Кто помнит, как лодки делать? По-моему. Ну, не важно. Я знаю. По-моему. Корова! Свинья! Я лодку сделал уже. Я убил корову. Я убийца. Поплыли отсюда? Или сначала сделаем инструмент нормально? Чего мы будем делать? У меня уже есть инструмент. Кирка. Надо камешка чуть добыть, да. Чуть камешка не помешает. Андрей заработал достижение, пора в шахту. Вот, камешек. Нет, чтобы зайти в пещеру здесь, он пойдет куда-то не туда. Так, вот есть пещера. Ай! Ты сейчас меня ударила? Это Юра. Нашик испугался. Идешь такой по пещере там большой. Меня Юра, видимо, заставить решил. Страшные звуки. И тут Юра такой бац. По спине, да? Щелкнул по спине. Юра, надо тебе кирку? Держи. Сейчас. Горячая штучка. Это как это? Это печка, что ли? Да. Я хочу мясо. Копают там. Сидят. Сидят, копают. Дэнжмастеры. Клиномесы, да. А ты fucking slaves, ты в курсе, да? Ты уже к бою готов? Я готов ко всему, только вот голодный пипец. Юра, надо сделать печку. Я сделал уже. Сделал уже? У меня уголь есть, Юра. А, давай доски лучше. Нет, уголь. На факел. Уголь лучше. А? Нахрен. Почему потухло? Ты что забрал мой уголь? Верни уголь на место, где лежало. Это был мой любимый уголь. Отдай. Верни, где лежало. Сало. Верни сало, Юра. Я буду рубить их всех. Так, это мне. Скрафт не дал. Ладно, ладно, сейчас. Это че, Андрей украл это? На. Сейчас, подожди. Вот он. Бери, сзади тебя. Ты думаешь, ты мне что-то сделаешь? Ой, ладно, я пошутил. Я пошутил, сейчас ХП восстановится. Я просто изначально раненый был, между прочим. А вы меня дамажите, да? А вы меня еще бьете. Наша задача, значит, выиграть в Майнкрафте, ага. Пройти Майнкрафт. Надо убить дракона. Он бежит. Ладно, все. У меня, между прочим, ну уже ты крыса! Уровень. Он спрятался! Слышь, Юра, если ты убьешь, ты потом за вещами мимо пойдешь и меня принесешь их. Понял? Нет. А то я ливну не буду играть с вами. Это как обида. Да. Обида. Я же вес не убиваю. Поплыли уже, поплыли. Блин, мне опять жрать надо из-за этого. Поплыли? Что забрал?
Я все, да. Я вас жду, давайте поплывем. А, подожди. Мне нужно покушать. Так, ждем Андрея. Андрей? Чё? Я готовлю себе покушать. Боже, Юр так смешно сидит. А сам не лучше. Андрей, давай к нам, снять компашку нашу. Секундочку. Помнишь, я сделал одну вещь, которая мне понравится? Не надо. Это... Мандочка. Куда поплыл? И сюда. Она не ломается? Ломается, если врезаться сильно. Давай. Парень. Нет, не надо. И Андрей быстрее. А мне дерево-то хватит? А Юра за лодкой плывет. А я случайно шепнул. Кстати, зря мы отсюда плываем, по сути. Почему? Это остров херовая хрень. Да нет, тут ресурсов под нами дофига. Поплыли. Ой, да везде под нами дофига. Поплыли туда. За мной мои братья. Я вижу внизу что-то есть. Пещеры. Не прогружены. Когда он прогружается. Да. Там есть лава. Два тоннеля. Прозрение у Андрея. А у вас что, все прогружается? Да. Я-то... Я даже запас FPS большой. Значит, я читаю. Юра, у тебя тоже, да, перед тобой это прогружается немножко вода? Типа такими нет. Кубиками проходит. Нет. У меня не то, что она не прогружается, она вдали вот прямо видно. Ой. Я что-то пинг поднялся. О! Земля. Земля, мои братья. Сухопутные крысы. Жалко, там пальмы нету. Было да. Прикольно. А чё это? Да остров, чё это? Песочная горочка. Хочешь селиться на ней? Не против. Я не хочу на ней селиться. Что-то бесконечная вода. Ну вот ты что хотел. Блин, хреново у тебя сервер, Саня. Создал, блин, остров какой-то посреди говна. Во-во-во-во. Смотри, там скалы. О. Скал? А, у тебя даже прессовки? А, вижу. Земля. Кстати, ты же можешь команды какие-то водить? Нет, я себе админку убрал. Жаль. Нет. Просто чтобы, не прописывать, да? Никаких... Если мы теряемся, то ты можешь телепортировать. Нет, типа... никаких этих телепортаций. Сами найдете путь. Сам смотри. Ну, приплыли. Нифига себе откинуло. От лодки. Да. А как? А, понял. А, что за хрень? Ну, я уже зомбаре слышу. Они да. Там. А, значит, щиты, да, юзаешь? Нет, потому что, очевидно, там пещера рядом. Чё это за такая? Чё ты? Я такое ощущение, что это остров какой-то. Мне тоже. Мне так кажется. Ну, значит, это не... Это остров. Значит, это не просто будет выживание, а выживание на острове. На островах. Значит, будем обживать острова. Да, тут остров. Дальше ничего нет. Да пипец. Опять лодку делать. А что, у тебя лодка сломалась? Да что ж такое? А почему вы думаете, что это остров? Вон дальше еще есть. Вон, посты заберись наверх-то. Что ты это странно, Гера? Каньон? Серьезно? Смотри. Тут каньон. Вон дальше есть. У меня еда. Есть. Дроп не одну. Так у меня сырая только. Давай я сейчас пищу. Так мне. Спасибо. Чисто река задержка все равно есть. Андрей, ты где? Я вижу, как надо. Андрей, ты где? Я добываю уголь. Где ты добываешь его? Да где мы приехали? Приплыли. Да? Сразу же весь добываю просто. Где? Поднимись так. Наверх. Сейчас. А, я вас вижу. Давай сюда, давай к нам. А ты не туда поднимаешься. Уголь.
А то, блин, выгоднее дерево просто жечь. Ай! Кто тут кидается снежками? Пошел нахер! Крутой просто густ. Ну, как нет-то. Понял, где мои достижения? Понял, земля, получай. Я на самом деле. Я в него снежками кидаюсь. Я, где вы вообще? А, вижу. Да. Тебе нравится. Аня. Аня. Он уголь добывает. А там, где мы приплыли, ты помнишь, где мы приплыли? Это ж ты. Я чё, всем тобу? Это снежки, дурак! Не бей! Кстати, ночь наступает. Ночь наступает, кстати. Ой. Тут лава есть? Ай! Не я. А кто, если не ты? Уйди! Его меч, Андрей! Че? О, кирка, ты, кстати, че кирку выкинул? Это моя, я переработал все уже. Ладно. Ночь наступает, друзья мои, славяне. Наступает ночь. Выходят зомби. Славяне, ночь наступает. Опа, снежки. Опа, здесь уголь еще один есть. Андрей, ты где? Да я поднимаюсь на гору, блин. Очень высоко все поднялся. О, там водичка есть, наверное. Ну-ка, где? В Андрея попаду. Ах ты! Ты попал, я в Андрея попал! Где? Я не вижу! А, вон! У меня закончились, так хватит! У меня тоже меч есть такой. Каменный. Вот с изомбари. Андрей, давай быстрей. Да хватит. Там лава станет за тебя еще. Пошли. О, зомби что-то в руках, по-моему, не? Да, в руке. Меньше, железо, по-моему. А, нет, даже. Может дропнется. Дропнулся. Надо куриц поубивать, кстати, у нас еды-то мало. Фигня. Он блин, я вычинить так. Курица! Я оставлю. Курица! Ничего, это не остров, смотрите, какой большой. Земля прям. Курица. Надо построить большой коттедж. Ага. Кто у нас строить умеет нормально? Почему ни черта не видно? Я ракету строил сегодня. Я ничего не вижу, где все? А где Андрей? Я курицы убивал. Потерял все. Я убивал курицы. Давай пока пожарим курицу. Ой, я вижу зомби. Андрей, ты где? На! Юра, найди Андрея. На! Андрей! Я вижу огонь. Вот там есть огонь. Него. А, вот. Я пришел. Мясо. Ты мое мясо украл? Да ничего не трогал. Юра, наказывайте. Мое мясо. Это мое мясо. Мое. Где у вас столько мяса, блин, добыли? Курицы убивали. Ладно. Зомби идет. Сгинь. О, достижение охотник на монстра. Я чё себе? Чё-то мне не дают достижений. Ты их не заслужил. Ясно. Потому что я верстак не ездил. Из-за этого тебе не дают достижения? Да. Я слышу. Это маленький зомби?
Маленькие зомби детки. Есть, они в 1.5.2 добавили их, а это 1.7.10. Ты голодный рыцарь. Ты рыцарь. Не смеши меня. Ты вообще девочка, так что молчи. Юра восстанавливает этот баланс. Он деревья садит. Юра, это воин, космовоин, короче, космонавт. Я самый приземленный из вас. Какие-то космонавты, рыцари. О, эндермен. Че? Я его убью. Не надо, Андрей, он тебя и забьет. Я знаю. Его хотя бы без нагрудника нельзя убивать. Не, его можно уже босс. Я слышу курицу. Где она? Она в дереве застряла. Смотри, смотри, Андрей. Крипер! На! О, он с блоком. Слушай, она идет. На! Кто-то эндермен начал бить, ты что? Кто это? Я не буду его бить. Юра, сам дерется. Юра! Сам дерется. Как он его убил? Я Юре помог. А, ты помог. Я думал, соло. О, там ведьма? Где? Вон там ведьма. Ведьма. Убейте ее, где? Вон ведьма. Она же... Всем? Она же интузит, у нее же эти зелья. Где она? Где? Покажи. Ты что, не видишь ее? Вон прям перед где? Нами стоит, видишь? Вон она уже идет. У меня все очень темно. Пить! Она вообще никаких звуков почему-то не сдает. Что-то лагает у нас как-то. У меня не лагает. Нет. По звукам. Нормально все. Ты слышал, как она умерла? Да. Она не издавала никаких звуков. Она беззвучно умерла. У меня есть дерево, мы можем построить небольшой дом. Пиздец. Окей, я упал. Ан. До свидания. Давай сюда. На тебе, бог земли. Тут железо есть. На. О, крадет железо. Юра. Кто там? За добычей сразу же, он крадет. А я тут постою. Юра будет как указать мое железо. Уйди! Нет! Твое! Уйди! Не убивай, у меня мало хп, дурак! Уйди! Это все мое! Все. О, еще железо! Железо! У меня дерево есть, мы можем построить. Да. Боже, испугался этого звука вообще, капец. Я дождя испугался. Где выбраться наружу? А, вот, вижу. Че, мы дом-то где? Давайте выберем уже место, где дом. Мне понравилась та поляна. Я свою шумение против тебя. Что ты видишь? Андрей, мне не дает мир забраться. Уйди! Уйди! Уйди, я сказал! Андрей! Он злой! Андрей. О! Мясишки есть! Крипер! Думаешь, это все? Там крипер! Ой. Там крипер, беги! Юра, у меня мало хп, не толкай меня! Я умру и все, ГГ. И все. Ты водишь. Нет, ты возродишь с ним там. Да? Я возражусь? Саня только тяжелую сложно ставил. Да нет, подожди, это не то, даже это норма. Это тяжелые. Да? Да. Да, тут быстрее голодаешь, медленно восстанавливаешься хп. Давайте не разберемся. Надо смотреть. Где будем основываться? Нужна какая-то открытая местность. В горах вообще не говорят. Где есть деревья? Нет, ладно, так. Мне дождь не нравится. Сейчас пройдет? А, может, два дня. Почему так темно, мать? Так ты измени яркость в игре. А как ее изменить? В настройках? В настройках. Как
Представляешь себе, да? А, вот. Ярко! Ой, теперь вообще хорошо. Все видно. Прикольно. Паук! 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 Уберечь! А, блин. У меня дерево дофига, я могу уже дом строить начать. Давай, строй. А да где? Мы еще не выбрали место, где строиться. Андрей. Че? Ты че могу? Смотришь? Смотри. Mm-hmm. Стри. Видишь меня? Оп. Ну. А, ты зелье дропнул? Нет. А где я, кстати? А. А, это очко. Очко Эндермена. Да. Блин, Эндермен. Блин, я не знаю даже, где начать. Вот тут лес есть. Еловый. Я. Чё там возмущаешься? Чё опять тебя там не так? Всё, Андрей. Надоелся. У меня было две курицы. Я думал, что я забрал Юра. Да нет. Да, это самая странная генерация Юра. Это еще не самое странное, бывает и хуже. Не, если мы дальше, да, будем ходить, то мы дойдем там, где конец мира вообще, какой бардак. Майнкрафта нет конца. Точнее, есть, но очень долго надо идти. А я когда дошел. Вы где? Я там, он у тебя видит. А ты где? Я дерево другое. Какое? А, вы видите, что следы какие-то. Ай! Кто это? Жесть! Андрей, идешь за нами или нет? Я иду, но очень медленно. Почему? А потому что я добываю уголь. Где ты, крыса? Иди сюда! Что? Иди сюда! Сейчас я приду, подожди. Сейчас, секунду. Ты где? Я тут вперед пошел. Вот тут вперед пошел. Вот. Посмотри, хочу это. Вообще попал? Я сейчас тебе это. Ты его входит. Чью же так не докидываю? Андрей. А, кстати, вот там, кстати, нормально все были. Ты что где? Было? Иди сюда. Да сейчас, секундочку, добывай я уголь. Где этот ушлепок? Подожди. Подожди. Что-то он долго слишком добывает. Где он? Подозрительно, да? Да. Да не, сейчас. Хватит нам угля, Андрей. Все, я добыл. Так, тут следы... Ага, тут? Где? Вот теперь ищу. А я вижу по следам, где вырубили деревья. Только теперь я уже не вижу. А, вот вижу еще. Пещерка есть. Где этот мудак? Где ты? Я его вижу. Где он? Не скажу. А я вот не вижу никого. А где он? Где он? А, нет, показалось. Ну, старый. Пошли, посмотрим. О, еще уголь. Я сейчас приду и тебе реально по сраке надаю, а ты не поверишь. Так найди меня сначала.
Блин, тут еще пещера. Где этот дебил? Ничего не понимаю. Смотри, прям пещера. Андрей! Иди сюда! Да я иду, подожди. Вот давай его здесь оставим и уйдем строиться уже. Пускай это будет как отшельник. Лесной. Тупо деревечная какая-то. Почему тебя надо ждать всегда? Я не знаю, где вы, потому что я вас ищу, вас нет. Там, где мы были, рубили деревья. Так вас там больше нет. Возвращайся там, где мы рубили деревья. Сейчас. Возвращайся, я сказал. Я уже иду, иду. Я прям вот бегу со всех ног, не поверишь. Ага. Спустя минуту, да? Я бегу. Я бегу. Да иду я. Точнее, бегу. Так ты идешь или бегаешь? А сначала я бежал, потом иду, потому что устал. Все, я бегу. Теперь точно бегу. А, то есть зато ты не бежал, да? Я шел. Вот Андрей, нахрена ты разделился? Ой, я вижу коров наверху, блин, надо убить. Какие коровы? А нет, это не вы. Дурак. Это коров. О, я вижу. Я вижу Юру. Сзади. Да ладно. Да, я так и думал, что не стоил он пошел. Улица. Юра, где он? На, тупая курица, на. Я сюда был. Теперь я потерял Юру. Вот так вот без модов играть. Все, я нашел Юру. Юра, возвращайся на то место, где ты был. Я здесь. Я стою так же. Юра! А? Юра, у тебя есть поесть? А, вот вижу вас. У меня есть много так еды. Это не жареное, слышишь? У меня есть много еды. Надо еды? Да ладно, все, не бей, мне мало хп, дай еды. Еще дай. Хрен тебе! Еще пошли! Одну. Три сердца. Пошли. Блин, еще надо. Иди с бабушки дам. Ай-яй, ладно, все, пошли. У меня три сердца, я умру, если меня ударят. Набрал, да? Мечом. Мечом. На, жри. Солку. Юра, постоянно сейчас назад смотри. Поворачивайся так, все, Саня. Она сбежит сейчас. Да. Короче, там налево вроде биом нормальный. Чисто поле вроде. Кови. Идем? Угу. О, кстати. Грибы, кстати, собирать надо. Да, я их потом делаю ранее. Сколько дождь этот уже идет? Второй день. Опа, а что это такое? Где? Ну где? Так, вы за мной. А во, я вижу. Юра, иди сюда, смотри. Где? Стыку в камень. А, это замшевый камень. А так что он тут делает просто так? Ну он просто лежит и все. На нем типа мох. Это биом такой. Папоротниковый биом? Я вижу, что уголь заметил, хотел бы сразу же собрать, да? Нет. Да. Нет. А я не увидел уголь на самом деле. Куда ты пошел? Крыса, а, крыса! Бей его! Да не бей! Надо меня бить! Так, в какую сторону шли я читать? Поиски Юры. Юра, ты в курсе, где мы? О, там тыква! Юра. Ты в курсе, где мы? Там тыква! Помнишь, где мы нашли замшевый камень? В ту сторону пошли.
Вот сейчас я к тебе приду там, где там швы камень.